Всем привет, вы на канале Злата ТВ, с вами ваш тренер Зубенков Андрей. Предлагаю обсудить очередную футбольную новость и, конечно же, вместе со мной прогуляться. Готовы? Тогда погнали! Андреа Пирло возглавит Сампдорию. Ну, наконец! Почему наконец-то? Потому что Андреа Пирло пропал из итальянских радаров. Он, конечно, тренерскую карьеру не закинул, тренировал в другом месте, но об этом чуть позже. А я напомню, что Андреа Пирло был топ-футболист и так себе тренер. И он вернулся в Италию. Так. Не знаю, как вы, а мы так в детстве делали. Лепота. Так, что там у нас? Да, ничего не видно. Дыра, она и в Африке дыра. Бывший главный тренер Ювентуса, это я про Андреа Пирло, встретился 3 раза с главой Сампдории Андреа Радрицани. Это что получается, Андреа встретился с Андреа? И почему они встречались 3 раза? Неужели Пирло так долго ломался? На самом деле очень много вариантов, почему Пирло, например, не соглашался. Не будем гадать, без кофейной гущи тем более. Может, кому интересно будет? Да я попал на стройку. Мин-сити. Петушки бывают не только на клёне. Что это за дерево, кто знает? Вот такие листики. А вот и река с дамбой. Не хватает света, знаю. Пасмурная погода. Контракт с Пирло будет рассчитан на 2 года и подписан, конечно же. Но также есть функция, что он может его продлить еще на 1 сезон. Но маловероятно. Почему? Да все просто. Это же Сампдория. Не думаю, что приход Пирло что-то изменит. По крайней мере, в игре Сампдории. И она прям станет там в лидирующей группе играть. Помню, в этом лице я имею в виду, верхушки. Не верю. А сейчас держите очередной лайфхак. Если у вас протерлась обувь, подошва, там образовалась дыра, и надо быстро ее замаскировать. По дороге находим любую банку. И тем местом, которым надо, делаем вот так. Оп! И дырка золотая. И пошел. Пользуйтесь. Цыпа. Сколько голубей. Так, а здесь намечается бурьян. А последним клубом Пирло был турецкий Фатих Каргюмрюк. Кто в Турции только дает название этим команды. Каргюмрюк. У меня чуть язык не завязался бантиком. Шутка, завязался. Капец. Полетела ласточка. Сокровище. Волк на поводке. Хоть не людей на вилах выносят. А это чего волк на поводке? Красавчик. Нужно отметить, что Пирло возглавлял турецкий клуб с июня 2022 года по май 2023 года. Без месяца почти руководил этой командой год. Не, ну Пирло как Гатуза, нигде не может просидеть больше года. Даже года. К сожалению, как и многие тренера. Какое красивое дерево. Куда я забрел вообще? Нужно как-то выбираться. Прощай, моя белая обувь. А я напомню, что по итогам прошлого сезона Сампдория заняла в серии А 20 место. Это последнее, и вылетела же, конечно, в серию Б. Теперь понятно, почему у Пирло было с руководителем Сампдории 3 встречи. Явно он не хотел тренировать команду из серии Б. Но все мы люди, кушать совсем хочется, поэтому Пирло и согласился, это я так думаю. Ну и сам бренд Сампдория повлиял, я думаю. То, что тебя раздел, родная. Блин, люблю бродить, хер пойми где. До ужаса. В прошлой жизни я 100 пудов был либо бродяга, либо путешественник. Дальнего плавания. Между прочим, мы на станции, все едут на дачу. Блин, кажется, дождь начинается. Опять. Чтобы вы не подумали, что я его. Фу, вроде спрятался под березоньками. Грибов нет, я смотрел. 2 часа постоим, либо сутки, пока дождь не пойдет, и пойдем домой. Потому что дождь-то сильный. Видно, не видно. Тем не менее, успели снять видео. Пирло, пожелаем удачи в новом клубе, Сампдории. А Сампдории пожелаем выйти из серии Б сразу же под руководством Пирло в серию А. А у меня на это все.